Их запрещают, но они успешно работают. Казино-автоматы, как только с ними не боролись, все без толку. Месяц назад подробности заявились вместе с милицией. Защитники законности пообещали разобраться, но в логове незаконного игорного бизнеса на Киевщине продолжают играть на деньги. Какую управу на них найти? Неформат решил вызвать на борьбу с нелегалами народного мстителя и депутата в одном лице. Нагрянули под вечер. Одни с телекамерой, другие с вилами. И началось. Хозяин де? Бандюганы де? Каву попить зайшла. Надо було лікарств випити, а не кави. Чи є автомати? Хто може сказати, чиї це автомати? Не знаєте, ні? Це не ваші автомати? Не ваші? Ну, якщо не ваші, тоді, вибачте, я їх розіб'ю. Мовчите? Давай ментам дзвони, криші своїй дзвони. Подонки, скільки людських життів ви знищили. Результат рейда – сломанные автоматы и закрытые двери игорного заведения. Но надолго ли закрыли? В любом случае, наша программа приглашает к сотрудничеству в борьбе с нарушителями закона всех неравнодушных. Вилы брать не обязательно.